Добрый день! С вами Аня Стась. И сегодня видео для тех, кто уже говорит по-русски, кто уже занимается русским, может быть, 2-3 года. Я предлагаю вам поехать с нами в Анфлёр и заниматься русским языком во время фестиваля русского кино. В ноябре вы знаете, что каждый год проходит в Анфлёре замечательный фестиваль русского кино, где вы можете посмотреть много современных русских фильмов. Наши занятия будут проходить с 19 по 23 ноября, с понедельника по пятницу 5 дней. И потом вы еще, если хотите, можете остаться в субботу и в воскресенье, чтобы еще посмотреть фильмы последние проекции в Анфлёре. Что будет на наших занятиях? На занятиях мы будем учить лексику из фильмов. Вы выучите много новых слов, новых полезных, интересных слов. Вы их выучите, вы их услышите и поймете во время фильмов, во время показов фильмов. И вы их также запомните, потому что мы будем много повторять каждое слово. Также будут, конечно, интересные разговорные выражения. То, что, может быть, мы не так много учим на уроках, но в фильмах, конечно, очень-очень много говорится разговорных выражений, и я выберу самые интересные, самые полезные для вас. Вы также сможете их выучить и использовать потом в своей речи. Потом, конечно, мы также будем обсуждать фильмы. Мы будем много говорить о персонажах, о темах, которые поднимаются в фильмах. Вы сможете познакомиться с режиссерами, потому что будет очень большая делегация из России, и будут практически все режиссеры фильмов, которые мы с вами посмотрим. Будут также круглые столы, может быть, мы будем участвовать также в круглых столах. Кроме этого, я вам предложу немного импровизировать. Возможно, какая-то роль вам понравится, и мы разыграем сценки, чтобы вы могли также играть свою роль на русском языке. Конечно, мы будем смотреть много русских фильмов. В программу я включу более 10 фильмов. Как минимум 10 фильмов за 5 дней. Мы к ним подготовимся и посмотрим их. И потом вы можете еще в субботу и воскресенье, если вы останетесь, посмотреть еще несколько русских фильмов. Ну и, конечно, кроме этого, мы будем, я думаю, гулять в Анфлёре, мы будем ходить в какие-то ресторанчики, проводить время, и мы сможем хорошо познакомиться с вами и приятно провести время. Это будет очень интенсивно, мы будем говорить только по-русски, поэтому это будет настоящее такое погружение в русский язык и в русскую культуру. Вы можете записаться, оставив комментарий в статье на моем блоге. Пожалуйста, не в социальных сетях, а на блоге. Напишите мне, и я вам отправлю ссылку, чтобы вы подтвердили ваше участие. Я буду очень-очень рада вас встретить, вас увидеть в Анфлёре и познакомиться с вами, провести эту неделю занятий. Я думаю, что будет очень интересно. Пока, до свидания.